Всем привет, давайте посмотрим, что нам прислали из Китайской Народной Республики. Я примерно догадываюсь, что это может быть. Это, скорее всего, вот такая вещь. Посылочки больше ничего нет. Smart Switch. Google Assistant, Amazon Alexa. Нам это очень интересно. Мы еще и будем использовать это вместе с Алисой. Алиса, как дела? Отлично. Правда, немного одиноко. Ага, все, ладно, давай пока. Так, давайте посмотрим сначала эту посылочку, эту коробочку. Что смотреть будем? До свидания. Если что, я рядом. Я знаю. Made in China. Genk. Wi-Fi. Что-то как-то непонятно. А, двухклавишный Wi-Fi RF switch. То есть бывает Wi-Fi switch. Есть Dimmer Switch, есть Curtain Switch и Fan Switch. Ну, я считаю, вот это самая крутая версия, не трех пускай клавишная, но двух. Wi-Fi RF Switch. Так, дальше. А, все вы знаете, да, у нас на канале есть видео о наших приборах для автоматизированного дома от Xiaomi, ну в основном Xiaomi, то есть там есть разная здесь схемочка, инструкция, как это подключается, здесь QR-код для скачивания приложения, посмотрим, конденсатор, он где-то используется для того, чтобы что-то не помнить, ладно, посмотрим, то есть вот мы видим Wi-Fi значок. Вот, что очень ценно, маленькая, не китайская розетка. L, L1, L2, L3. Угу, хорошо. Ладно, давайте дальше посмотрим. Это к этому, это к этому. Почему-то коробочки немножко разные. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас... L Wi-Fi. О, есть ZigBee версия. А ZigBee версия, если ZigBee 3, то можно использовать их и для других приборов. Угу, и RF тоже стоит. Одноклавишный. Хорошо, хорошо. Это будет здесь. Почему я хотел попробовать? Потому что, в общем-то, нет нужды покупать только, допустим, Xiaomi-шные эти приборы. Есть же другие фирмы, да, их надо попробовать, надо узнать, как они работают. Тем более, они напрямую поддерживают Google Home. Так, это пока сюда положим. Давайте сравним. То есть здесь три болтика, да, и одна пустышка, а здесь два. Ну, все отлично. L2 и L. L, L1, L2. Ну, все отлично. Вот так вот беленько все смотрится, что ценно. И корпус белый, и стекляшка белая. То есть, допустим, у некоторых представителей, там, не помню, Broadlink или еще каких-то, здесь белое, здесь черное, здесь черное, здесь белое. То есть, смотрится не очень хорошо. Хотя, я давно их не смотрел. Не знаю, как они будут. Может быть, уже что-то переделали, другое сделали. Ну, внешне смотрится пока приятно. А потом соберем схемку. Да, наверное, сначала на схемке соберу, а потом уже что-то сделаем с прибором. Но комплектация такая же. Два болтика. И, пожалуйста,
идентичны, наверное, они. Потому что смысл зачем разные? Да, абсолютно. Абсолютно, да, вот конденсатор ставится сюда. Хорошо, ладно. Да, может быть, еще трехкнопочный выпишем, посмотрим. Посмотрим, как это будет смотреться, посмотрим, как это будет работать. Так, давайте посмотрим на приложения, которыми привязывается выключатель. Значит, Tuya Smart, этим приложением я пользуюсь. У меня нет никаких предпочтений, просто пользуюсь ими все. А второе приложение Smart Life. Вот в нем не привязано приложение. И вы знаете, особой разницы я в этих приложениях вообще не увидел. То есть обычный профиль, регистрируйтесь, все как положено. Все на русском языке. То есть вы видите здесь какие-то уведомления о приложениях. Настройки уведомления. Вы привязываете свой номер телефона. И уведомления могут приходить либо на сотовый телефон, либо на электронную почту. А, да, и покажем, как привязать. То есть, когда мы добавляем устройство, мы видим такое же меню, как у Mi Home. Такие же все выключатели. Выключатели карниза. Сценарии выключателя. Что-то не понял, что это. Это, видимо, с каким-то таблом там. Беспроводные выключатели. Контроллер карт. Модуль выключателя. Контроллер гаража. Освещение. Крупная бытовая техника. Мелкая бытовая техника. Кухонные приборы, видеонаблюдение, здоровье и спорт. Опять какое-то видеонаблюдение. Шлюзы, то есть вы видите, да, все шлюзы, какие имеются. Это модуль выключателя, да, ну то есть подъездные, которые. Игрушка. Жизнь. Другое. Ну, нас интересует, естественно, электрик. Электрика. А здесь мы выбираем выключатель. Вот выключатель, видите, написано, да? Есть Wi-Fi, есть ZigBee, есть GPRS. А, ну да, там, видимо, уж, я не знаю, что уж там, сим-карта, что ли, стоит. Не знаю, что там. GPRS, я впервые такое вижу. Есть также Bluetooth выключатель и выключатель другой. Не знаю, что другое имеется в виду. И выбираете обычный выключатель. Ну, у меня сейчас, естественно, к Wi-Fi не подключен. Вы выбираете ту сеть, которая вам нужна. И такой шестеренка крутится, чик-чик-чик, через некоторое время все подключено. А, да, когда будете подключать, знайте, что 5-гигагерцовые сети не работают, с ними не работают. Установите на 2,4. Я не знаю, что это значит. Выключатели не работают от 5-герцовой сети. Или для подключения нужно сначала 2,4 герца, гигагерца, а потом будет работать. Ну, как-то вот так вот вышло. После того, как все подключилось, вот, кстати, можно посмотреть в приложении вот такая вкладочка есть. Он показывает погоду. Влажность, атмосферное давление, скорость ветра. Эти все данные можно использовать в своих сценариях по выключателю. Давайте сейчас посмотрим. Tuya Smart. Здесь то же самое. То есть. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Сам выключатель выглядит вот таким образом, ну, уже подключенный, то есть, а вот ручка стоит в правом углу, вы можете сделать, ну, переименовать ее, то есть нажать выключатель, там, как хотите использовать, информация об устройстве, то есть вот такая вот есть виртуальная ID какой-то. Мгновенные сценарии и автоматизация. То есть получается, что мгновенные сигналы, мгновенные сценарии — это как раз как бы ручное исполнение сценариев. Допустим, первый сценарий у меня коснуться нужно для запаха, для запуска. Задержка 1 минуту и выключатель off. Имя такое-то тоже можно, стиль можно там любой сделать, что вы хотите. Показывать на домашней странице, либо не показывать. Не знаю, зачем тогда он нужен будет, если не показывать. То есть, как вы поняли, если я нажму, я должен минуту держать, чтобы свет выключился. Сейчас я не дома нахожусь, давайте попробуем. Пошел отсчет. 1 минута. Если я сейчас нажму ОК, то свет может и не выключиться. Ну, в смысле, он не выключится однозначно. Но если пройдет минута и все будет нормально, этот отсчет пройдет, то свет, естественно. Плюс у меня, видите, я не могу нажать, да? То есть у меня тухнет экран, запись остановится. Еще какой сценарий есть? Нажмите для запуска выключатель switch on, стиль такой-то, показывать на главной странице. Все. То есть это обычное включение. Не знаю, для чего такой сценарий нужен, но тем не менее. Так. И давайте посмотрим на автоматизацию. То есть... Когда закат, то есть на улице становится темно, почти темно, да? Далее задача: выключатель спальня, он включается. Мы можем сделать также задержку. Допустим, и срок действия полный день. Мы можем сделать задержку. Мы можем запустить устройство. Мы можем выбрать умное, то есть любой сценарий умный, который хотите. Мы можем отправить уведомление. Мы можем сделать задержку. То есть вот задержку, если мы делаем, допустим, через 1 час после заката или 1 час, 1 минуту, 99 секунд произойдет включение света. То есть четко, понятно, ясно. И также на рассвете, если, допустим, ночью горит свет, не знаю, для чего он будет гореть, но тем не менее, при рассвете лампочка тухнет. Эти сценарии, наверное, можно использовать в случае того, что, ну, вы уезжаете из дома, и вам нужно, допустим, какую-то активность проявлять в доме. Так, отсюда. Еще в сценарии мы видим. Нет, в самом выключателе. Вот switch 1. Под switch 1 не горит лампочка. Если мы вот так нажимаем, все, она загорелась. Это значит, естественно, свет горит. Мы также можем поставить таймер, добавить. Какой хотите, во сколько хотите, один раз или не один раз. То есть по дням недели заметка, не знаю, видимо, что-то может там, что написать, уведомление отправить или нет, свитч он включен. То есть вот такой таймер. И есть countdown, не знаю. Countdown — это как бы выбираем время. 1 час, 1 минуту, там. 12, 24. 24, наверное, нету, да?
24 часа 59 минут. То есть мы можем включать свет в любом. Самое главное, чтобы он не сохранился. Он сохраняется, его не видно, и свет будет включаться, вы будете думать, что же случилось, что же случилось. Почему свет загорается? У меня такое было. А для этого нужно долгое удержание кнопки на выключателе, более, по-моему, 6 там, секунд, и он обнуляется, все сценарии выкидывают. Даже получалось так, что сценарии не были видны в приложении, а в самом выключателе они были сохранены. И заходя в приложение, привязывая в очередной раз, эти сценарии не подтягивались. А они были в самом выключателе. Выключатель включался и выключался сам. Ну, когда я пробовал что-то с ним делать. И оно осталось. И только сбросом самого выключателя мне удалось убрать его. Ну, давайте посмотрим, что еще тут есть. Никнейм, единица измерения, часовой пояс. Никнейм управления домом. Милодоп создать, присоединиться к дому. То есть мы можем также поделиться домом. Все, что хотите. Тревоги. Включить уведомления. Расписание не беспокоить. Настройки уведомления. Маркетинговая информация. Понятно. Ну, как реклама. Так, все. Наверное, здесь больше нет. Назад. Центр сообщений. А также еще есть вот такая... Чего не хочет дом сообщить. А вот обратите внимание, уведомления приходят, если вы, допустим, учетную запись завели на каком-то другом телефоне, планшете или еще чем-то. А он пишет, что вы зашли, вы зашли, вы зашли с того-то, вы зашли с того-то. То есть четко довольно-таки. Это хорошо. Обратная связь. Ну, у меня не было необходимости, но... Кому надо, почитайте. Диагностика сети и так далее и тому подобное. Дополнительные услуги. А здесь ситуация такая. Значит, уведомления интеллектуальные. Давайте попробуем, допустим. Ну, то есть, как я понял, да, вот кнопочка заказа была, вы можете платно арендовать облачное хранилище или там еще что-то. Ну, мне такой необходимости не было делать. И я пока даже и не тыкал, что там такое. Ну, какой-то вот, да, подписка там, нотификация и тому подобное. Ну, триал, ну, давайте подписку нажмем. А, да, в рублях, кстати, интересно, но в рублях. 30 дней, 10 звонков, 90 дней, 20 звонков. Самый большой год, 50 звонков, 799 рублей. Не знаю, в принципе, может быть и надо. Ну, пока такой необходимости. По крайней мере, к выключателю это точно не нужно. СМС. Номер у меня привязанный, в общем-то. Никаких платных услуг у меня не было. Ну, и служба стороннего, здесь уже понятно. Google Assistant, он привязан. То есть, уже связь установлена. Вот, вот так. Давайте еще быстро покажу, как выглядит Google Home. Google Home выключатель выглядит следующим образом. Также на экране будет, как это выглядит в самом, ну, в Google Home, этом, Google Home, в Google Home. Так, и вот так же мы можем, то есть, нажимаем, выключатель выключился. Жена, наверное, сейчас думает, что он там включается, выключается, надоело уже. Ну, вот так вот тут. То есть, зашел, выключен, включил, выключил, все. Все, в общем-то, включается, выключается очень быстро, где бы ты ни находился.
Вот.